Всем привет! Сегодня нахожусь в городе Казань. Нахожусь в Казанском Кремле сейчас. Город Казань. Сейчас пока ведется осмотр видов со смотровой площадки Казанского Кремля. Так все это выглядит. Сегодня еще пока пятница, будний день, всем приехал. Выходные тут, наверное, не протолкнуться. Так, снимаю без стабилизатора. Сюда приехал на самолете. Решил не рисковать. Ну как приехал? Прилетел, конечно. Решил не рисковать. Это вдруг там не уместится вручную кладь, придется багаж оформлять. Снимаю с руки. Давно собирался, конечно, в Казань. Решил вот сейчас сюда ехать в этом году. Встретим. Какая-то экскурсия, наверное. Такие все любезные, машут ручкой. Он доверился. Погода отличная, где-то 22-23. Вчера вообще 18 было. Без дождя, без всего. В Москве второй день дожди поливают. Вот. То есть зависит, а Казань это не волнует. Получается, у меня сегодня будет прогулка по Казанскому Кремлю и улице Баумана, и пройдусь потом. Так, а мне сюда.
там за полцена. Парковки, пожалуйста. Может, какие-то блоги снимает. Так, а мне сюда. Вчера уж тут гулял, все изучил, посмотрел. Вот, главная мечеть Казани. Даже помещается с трудом. Погода отличная прям. Прям как под заказ, не жарко, не холодно. Я не скидывал мои. Вон, лежишь? Это вот в пятницу народу полно. Представь, что в субботу-воскресенье здесь под вечер. Они не протолкнутся. Поплезем отсюда. Здесь мы видим, всякие сувениры продаются. Магнитики. Я тут вчера два магнитика купил. Thank you.
Двигаем далее. Всякие сувениры продают. Покажу. Вчера вечером намного меньше народу было. Сейчас день, час дня народу прям не протолкнуться. Еще, конечно, сюда спуститься, посмотреть. Здесь народу поменьше. Тоже всякие сувениры продают. Давай, иди сюда. Иди. Знаменитое место, где обычно фоткаются. Нельзя ножку. На этом бордюре. Девушками тебя не видно будет.
снимать. Давай я сюда просто остановись. Одну радость, что бесплатный вход, это не надо платить. Это очень радует. Зайти. Оля, ты идешь? Thank you.
Сейчас мы попадаем уже ближе к метро Кремлевская. Какие виды живописные. Главный вход снаружи. Такая вот брусчатка. Так. Иду прям по дороге. Дико извиняюсь за треску. Да, без стабилизатора тяжело снимать, руки устают. Вот уже подходим к станции метро Кремлевская.
Вон он, дракон-то, я его ищу. Вон он. Все так вот узкий вход. Дракон-то не заметил. Как я вовремя-то заснял. Красота. Здесь уже все, я закругляюсь. Тогда уже в следующей серии улица Баумана будет, пешеходная улица. Спустимся в метро.